Всем привет, с вами Филипп, мы продолжаем играть в Fear. Первую часть, да. Зря я микрофон купил, это будет жутко. Очень жутко. Давайте продолжим. Вот что я помню по прошлой части, что я сделал. Это я захер поменял на дробаш и забыл его. Ну ничего, обменяем его где-нибудь на что-нибудь. Чувак, ты чё тут лёг? О, опять не ту кнопку нажал, чтобы присесть. Альма ещё здесь. Она должна быть. Найди её прежде, чем до неё доберётся Армахем. Ты дебил? Как я доберусь до Альмы, если она... Твою мать! Иди вон! Вы слышали? Твою мать, ты сдохни ты уже, а? Блин. Так, вот. Чё я хотел договорить? Вот как я тебе поймаю Альму, если она у нас... Супер-пупер. Супер-пупер у нас. Выведи их из строя, тогда все здесь взлетит на воздух. Чувак, я уже тут. Найдите Харлона Уэйда. Все простенько, найти Харлона Уэйда. Сигнал пропадает, связь может прерваться в любой момент. Осторожнее с Уэйдом, кто знает, на что он еще способен. Так. Ну вот как я тебя поймаю Альму, если... О, эпизод 10, откровение. Если она всегда телепортируется, быстро убивает, может отталкивает на расстоянии, как я тебя ее убью? Так, я стою или сижу? Такой вид, как будто я сижу. Нет, я стою. Тут какой-то... Напоминает мне глазик. А чё, вам ничего не напоминает? Глаз? Да, глаз. Похож на глаз. Посередине точечка и всё. Похож на глаз. Так, они куда-то бегут, походу. Нас сейчас расстреливать. Твою мать. Блин. Твою мать, опять они, но не люблю я вас. Так, в наушниках это очень страшно. Блин, ты где? Я уже понял этот чувак. Пожалуйста, выпусти меня. Она не может заглянуть в твой разум, но ты в ее можешь. Ее жизнь — череда кошмаров, сменяющих дух. Я освобожу ее. Все. У нас миссия убить Фэтова. И чё, куда же мы в него стрельнем? Может, ударим? Давайте прям в глаз. Не, давайте прям посередине. Прощай, Фэт. Брат мой. Вот все-таки убил ее. Ой, какая была девушка. Какая была. Вот тебе. Так. Какого хрена у нас пистолет один? Я даже... Твою мать. Да, я помню, что они будут просто так стоять, не двигаясь. Потому что Фэтл... Мы убили Фэтл, и его клоны остановились. Это радует. Бедный
тех пор, пока раствор не заполнил ее легкие. По следующим событиям можно придумать научное объяснение, но, думаю, на самом деле всему виной ненависть. Мы создали чудовище, а чудовища всегда стремятся уничтожить своих творцов. Да, вот так вот нам просказали, что как она родила первого прототипа. Ну, уже играли прототип первый, же играли в него. Вот она его родила. Да ладно, шучу. Первый прототип это был Феттл, походу. Вон он. Они хотят уничтожить ее, но она уже настрадалась. Открой дверь. Открой дверь. Нет признаков жизни. Давай, открой дверь, дебил. Твою мать. Открой, дебил. Убей их. Убей их всех. Твою мать. Ой, ёлки-палки, в наушниках, да это ж просто смерть, а не игра. У-у-у-у. Так, она пошла сюда. Не люблю ходить за кем-то. Это наоборот. И мне так кажется, уже финал. Иди нахер. У меня супер-пушка, которая отталкивает. Ага. Я больше не поведусь на этот телепортатор. Говно. Давай. Твою мать. Ух ты ж, куда я стрельнул? Это чё за фигня? О нет, она же нас сейчас убьет. Она нас потихонечку убивает. Можно так сказать. Ой. Она хочет нас убить. Феттлу не удалось. Она захочет нас убить. Так, жизньки нам не нужны. Давай, давай, убивай нас. Твою мать. Фу, успели. Так, у нас не так много пулек. Почему наши вещи забрали, я не понимаю. Вот я не понимаю, зачем наши патроны забрали. Так, туда нельзя? Да, туда нельзя. Один путь сюда. Вау, вот это. Повредить предохранителя. Так, как же вас уничтожить? Тут есть кнопочка, так. Так, сюда, походу. Так, сохранение. Вот уже финал, я так думаю. Финал. Так, уничтожь предохранители. Так, тут ничего нет. Так, что-то очень жидко. О, наконец-то. Хоть что-то дали. Так. Так, чувак, а что это дало? Твою мать! Ёлки-палки, твою не сюда, блин, это что за фигня, блин? Твою мать.
Так, надо нам бежать к чертям собачьим отсюда. Я так понимаю, так, эту коробку нельзя разбить, это только в проект Персей можно будет. В жопу пошла! Твою мать, еще мать называется. Убить хочет. Давай. Поехали. Так, я могу стрелять, но двигаться не могу. Это очень плохо. Нас остановили. Я даже не мог двигаться, я только стрелять мог. Так, ну поехали. Только не говори, что они сейчас еще сверху полезут. Не, не полезут. Ну хоть что-то нормальное, блин. Фу, елки. Эпизод 1. Отмщение. Развязка. Задача удалиться от объекта на максимально возможности расстояния. Легко сказать. Нелегко сделать. Так. Эпизод 11. Я только что поймал сигнал. Если ты меня слышишь, соберись повыше. Вертолет уже здесь. Так. Поменяем на дробаш. Лучшая возможность. Твою мать. Куда идти сюда? Блин. Так, бронька, возьмем ее. Так, вот тут можно пройти. Так, о, моя ружка вернулась ко мне. Твою мать. Так, стрелял наугад. Так, беги сюда. Твою мать. Ёлки-палки. У-у-у. Так. Нам сюда, тут броня. Так, ну меня пока не так уж калечит. Меня только броню калечит. Так, ну сюда нельзя, я так понимаю. Да, сюда нельзя, тут даже ручки нету. Так, меня уже не напугать таким образом, чувак. Так, сохранение, Никора, конец. Ёлки-палки. Твою мать. Фу, это очень эпично играть в наушниках с таким звуком еще объемным таким. У вас-то обычно там пшум-пшум, а у меня прям бум с таким звуком еще. Так, давайте, нападайте. Да на, чё ты? Твою мать! Да сдохни ты, сдохни. Твою ж мать! Так,
Эта штуковина очень помогает, я так вижу. Она может уничтожить сразу 10, если так смотреть, так, тут можно вниз. 10 он может убить. Так, ну лучше эту она уж перезаряжена. Только что. Твою. Так. Блин, это невозможно. Они сложнее. Ну, не так уж сложнее. Их можно убить с первого выстрела, но их много. Альма их делает много специально. Опять один пистолет. Я ее мог пристрелить, у нее кровь текла. Так, тут разгорается полная. Вот. Так, микрофон поправлю, а то я нечаянно столкнул. Чё-то как странно двери открылись. Очень странно. На, там какого-то доктора убили. На, хер, иди. Твою нахер, иди, ну блин. Она идет ко мне. Я убит. А как это? Так, я не пойму, а как надо, что было делать? Твою мать, твою мать. На. Так, я так и не понял, что надо было там делать. Это не дать себя уничтожить. Я хотел забыть. Так. Я так старался забыть. Это очень сложно, я не могу понять, что надо было сделать. Это точно надо было ее убить. Она хочет нас убить, потому что мы походу убили Феттела. Вот это... О, а сейчас нормально дверь открыть. Ты родился здесь. Я был там. Вон она. Давай, появляйся. Пиздок. Мой сын. Верните мне сына. Так. Ты станешь богом. Верните ее в саркофаг. О, какая Альма. Альма Вейт. Подопытный источник. Так, вот что случилось. Я знаю, кто ты. Так, у нас опять одна пуколка. Альма Вейт какая-то была красивая. Очень красивая была. Ну, было видно ее лицо там. Так. Мы на крыше, чувак. Так. Только я не на крыше. Твою мать. Что за фигня? Твою мать, прячься. Ай. Ай, я не могу сдвинуться.
О, нет. О, черт. Твою мать. Так, нас унесло. Надеюсь, что мы живы. Очень надеюсь об этом. Что мы живы. Эпилог. Финал. Вот так вот. Все, это конец, чуваки. Это полный конец. Я не помню, мы живы, не живы. Он там. Он там. Так, чё же... Ну чё? Я тут, и чё? Так, о, мы живы. Да я откуда знаю? Масштабы повреждений пока неизвестны. После взрыва мы не могли ни до кого достучаться. Мне сказали, что я бог. Я бог. Что с ней? Она, походу, что? Умерла. Я откуда знаю? Твою мать. Я очень быстро нажал на пробел от страха. Ой, твою мать. Не надо было этого делать. Я понимаю. Там какую-то нам видюшку показали. Если я ее еще раз попробую включить в финал, вот, то можно посмотреть, что там было. Давайте еще раз включим. А то я ничего не на пробел нажал. Он там. А ты что? Ты это уж второй раз говоришь, чувачок. Давай, показывай нам. Игра Фир посвящена памяти Вэн Чин Ли. Да, есть такой чувак, он походу... Не знаю, кто он. Может, создатель игры, я не знаю. Так, но мы прошли игрушку Фир, да, это хорошо. Очень хорошо, будет дополнение к Фиру, там две походу. Проект Персии, еще не помню, эвакуация называется. Не помню, как называется. Но мы пройдем, конечно же. Ладно, с вами был Филипп, и мы прошли игру под названием Fear, первая часть. Очень страшная игра была, еще плюс последняя миссия была в наушниках. Полная жопа была, вот можно как сказать. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите мои видео.